как я могу к вам обращаться? И, меня я? Ильяс. Ильяс, там, в принципе, это не столь важно. Вот. Ко мне по-разному обращаются. Хорошо. И с поводом, и без. Сколько лет уже играете на гитаре или только начинаете? Лет? Я не играю. Я играю 3 месяца на гитаре. 2-3 месяца играю на гитаре. А как вас... Я извиняюсь, как вас зовут? Просто... Цветана. Цветана, как цветок. Цветана? Да, поэтому я и спрашиваю, Илья или Ильяс, ну, мало ли имена бывают. Вот это да, какое красивое имя. А, ну что, ты уже что-то выучил, можешь что-то показать? Или прям вот с нуля, может быть, посадка уже есть? Ты можешь что-нибудь сыграть прямо сейчас? Короче, вот. Ну, уже неплохо, я тебе скажу. Спасибо. Если у тебя есть цель именно научиться фингерстайлу, то, в принципе, это вполне возможно. Даже на начальном этапе есть какие-то фишки, которые уже можно включать и приближаться вот к этой цели. Ты играл уже аккордами? Или еще нет? Пока такой аккорд вот есть. И... Я знаю, что я его беру коряво. Только это только безымянный палец на 5-й струне. Тебе так будет проще. Сейчас. Да-да-да-да. Безымянный, да. Вот. Так будет гораздо проще. Я знаю, конечно, одну песенку, еще одну. Сейчас. Ой. Вот. И это, кстати, это Numb, Linkin Park. Если мы, вот, например, смогли бы в следующий раз ее как-то вот... Да легко. Да? Можно. Ой, замечательно. Да. Напишешь только название, чтобы я не забыла. Да, именно да. Эту песню. Да, конечно, конечно, я напишу. Вот, я еще одну. У меня две гитары, чтобы на всякий случай, если одна сломается, вот. Я еще, да. Не сломается. Ну, мало ли, там бывают струны порвутся. Легче гитару купить новую, чем струны, да? Ну, может нет. Вот, я. Я еще одну вот такую вот мелодию знаю. Сейчас вот. Сейчас. Цветана, вы у меня слов нету, вы замечательный, ну, человек в первую очередь. Я сейчас объясню, что вообще происходит. Я уже понимаю, что происходит, я уже видела это. А, да? Замечательно. Я надеюсь, я никак не обидел. Нет, не обидел, но с фингерстайлом у вас неплохо, я вам скажу. Да, спасибо большое. Вы пошли поживет, я поняла, что это что-то новенькое. Человек еще... как бы не очень руку поставил, а зато флажолет уже умеет. Если ты досмотрел до этого момента, это просто замечательно. Напиши сейчас любой комментарий, пусть это будет даже гневный. Именно ваши отзывы, пожелания под роликом помогают ему продвигаться. Спасибо тебе. Я знаю, что пранки с преподавателями немного надоели. Вот я играю плохо, вот я играю хорошо. Самому надоело. Именно поэтому вы сейчас увидите созвон с преподавателем, которому я сразу показал все свои умения игры на гитаре и в течение всего урока только больше их демонстрировал. Невозмутимая реакция, местами где-то проскальзывает улыбка, просто превосходно. Скажи, до этого что-то пробовали, какие-то аккорды вот такой вот, или полностью? Да, конечно, пробовал аккордики, вот я много умею зажимать, да. Отлично.
Да. Так, то есть я такой бой знаю, например, вот такой. Это испанский бой. Вот. По курсам каким-то все это учили или просто в интернете? В интернете, в обычных, на курсах. Угу. Так, ну смотрите, тогда сразу определим цели, раз уже база у вас есть. Вы, ну да. Ну вы видели мои работы вообще, ознакомились? Работы? Ну именно композиции, которые я выкладываю на YouTube. Как я играю вообще, видели? А, да-да, ну вот у вас в объявлении «My Heart Will Go On». Да, ну, да. Вот этот вот. Вот. Но она мне нравится. Мне у вас аранжировка просто больше нравится. Что вы хотите получить от преподавателя? Ну, как-то развить свой уровень дальше. Слэп, это вот эти, да? Слэп, вот. Вот он. А бочка сама это вот. Я расскажу, как это правильно. Это очень легко. Вот эти, да? Да, да. Ага, хорошо. И про остальные красные части, которые используются в том же My Heart Will Go. Ага, ага, ага. Пониженный строй когда-то использовали? Да, да, да. Потому что... Ну, типа, типа вот это вот. Вот эти, да, штуки? Да. Да, использовал. Я, кстати говоря, начал разучивать... Вот у меня другая гитара. Я начал разучивать вот эту композицию. Смотрите, я сразу скажу, именно фингерстайл степпингом я не преподаю, потому что я сам в нем только развиваюсь, я перкуссионный фингерстайл преподаю. У вас... Не-не-не, хорошо, не проблема, да, конечно. А вот что-нибудь из перкуссии, это... Что можно попробовать? Можно попробовать разучить, может, покажете мне? Так, ну, есть из перкуссии... Во-первых, можно начать с самого Титаника. То есть, опять же, то, что у нас было... Можем вот перкуссию сделать, да-да. Очень у него вот эта стури нравится. Будем на чистоту. Если бы мне нужны были от вас деньги, я бы с вами продолжил заниматься. Но я вижу, что вам не нужен преподаватель. Я могу вам дать систематику, как вам просто отрабатывать композиции и дать сами композиции. Но вся техника, вот я вижу просто это, у вас вся перкуссия абсолютно в правильной постановке. То есть корректировать вам ничего не надо с педагогами. А, не нужно? Да, педагоги вам не нужны, вы самостоятельно уже играете, то есть это лишняя трата денег. Я понял, хорошо. Ну, спасибо, что так честно сказали. Какие-то бои, может быть, вы знаете уже? Бои? Так. Так это что было из какой-то песни? Не знаю. Это, ну, бой. Какой-то бой. Вы попросили сыграть вот. А вы играете в основном указательным пальцем. Вот.
Ну, знаете, я все эти бои где-то там слышал когда-то, один даже вот как, ну, более-менее. Мне еще один бой очень нравится, он сложный, но я его разучил, вот. Да, сейчас он даже как-то там... Такой вот бой был. Но вот этот пока у меня бой не получается, как вот говорю. Не получается пока. Ну, а шестерка, да? Вот шесть движений. Вот такой вот? Или... По-моему, шестерка это. По-моему, шестерка. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Ну, шестерка, наверное, да. Шестерка, но движение левой. Движение правой руки нестандартное. Вот. А какая песня этим боем нравится? Этим боем? Какая песня? По идее, нужно что? Синхронизация рук тоже есть. Как бы мелодии вы какие-то уже пытаетесь сыграть. Mm-hmm. А что именно вы хотите научиться? Именно каким-то отдельным боем, то это как бы, мне кажется, нет такого, ну, скажем, нужды вообще к преподавателю обращаться. Спасибо тебе, что досмотрел этот ролик до конца. Подписывайся на канал. Пока!